Всем привет, дорогие зрители! Съемка прямо с отдельной кухни, квартира 3 плюс 1. В новостройке, которая была сдана в 2018 году. Очень просторная кухня, высокий этаж проекта. Так, здесь у нас просторный балкон, сторона юго-западная. Расстояние от этого места до моря 950 метров максимум. Открытый бассейн у нас, и внизу ресторан-лобби. Также в той стороне беседка. Так. Кондиционер фирмы «Профила». И бытовая техника у нас вся фирмы «Профила». Так, здесь у нас отдельная кладовочка такая вот. Стоит бойлер. Накопительная система фирмы Баймак. Коридорчик такой. Первая спальня у нас. Вот. В комнатах ламинат. Такая вот просторная прихожая. Это у нас вторая спальня. Выход к балкону со всех комнат. Продается с мебелью и бытовой техникой. Здесь у нас сам съем. Так. Душевая кабинка. Тут у нас хозяйская спальня. Так. И второй санузел также в хозяйской комнате. Тут у нас место кладовка и внешние блоки устанавливаются также в эту сторону. Такой вот платяной шкаф. Здесь у нас второй санузел. Кондиционер инверторный, тоже фирмы «Профила». И у нас отдельная гостиная комната. Невеликая. Также там у нас это телевизор. Нет, телевизор. Так, телевизор, оказывается, в этой стороне, не увидел. Так, вот телевизор. Угу. Отсюда также выход на балкон. Эта сторона юго-западная. Посмотрим, вид какой. Такой вид на соседнее здание. Ага. Сейчас подведем итог. Дорогие зрители, айдат тут 200 лир, 220, где-то вот так сейчас на данный момент. Цена этой квартиры 110 тысяч евро. Пишите, звоните по номеру WhatsApp, Telegram, Viber. С вами был Агаси из Солнечной Алании, район Махмутла. Всем пока-пока.